2 года колонии за мошенничество. В Ртищевском районном суде вынесли приговор экс-главе Екатериновского района Роману Дементьеву. По версии следствия, бывший чиновник фиктивно устроил на работу в муниципальное предприятие свою жену. Последняя свои обязанности не выполняла, а лишь получала заработную плату. Также в октябре 2013 года Роман Дементьев потребовал от представителя одной из фирм автомобиль стоимостью около 1 000 000 рублей за решение вопроса об аренде земли. По фактам незаконных действий было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям – мошенничество и превышение должностных полномочий. Решением суда Роман Дементьев был признан виновным. Теперь бывший районный глава будет отбывать наказание сроком в 2 года и 2 месяца в колонии общего режима.